Даже самое качественное топливо содержит некоторое количество загрязнителей, постепенно засоряющих топливный фильтр. Это сказывается на работе двигателя. Но многие игнорируют эту проблему, что нередко приводит к более серьезному и дорогостоящему ремонту. Итак, какие же признаки помогут вам понять, что пришло время поменять топливный фильтр? При забитом фильтре мощность двигателя заметно снижается. Возникает чувство, что автомобиль тянет за собой прицеп. Временами двигатель работает в прежнем резвом режиме, но это ненадолго. Неровный холостой ход. На самом деле неровный холостой ход зависит от многих факторов, которые действуют на работу двигателя. И забитый топливный фильтр – это один из них. Провалы мощности при нажатии на педаль газа. На низких оборотах можно заметить, что автомобиль начинает движение с характерным поддергиванием. При забитом фильтре происходит топливное голодание. Глохнет двигатель. При переключении на нейтральную передачу двигатель автомобиля может заглохнуть. Это очень серьезный признак, который напрямую связан с работой топливного фильтра. Плохая тяга. При разгоне и подъеме автомобиля в гору могут возникнуть перебои в работе двигателя. Чтобы не доводить автомобиль до таких крайностей, просто нужно вовремя менять топливный фильтр. На бензиновом двигателе это нужно делать не реже, чем один раз в 15 тысяч километров пробега. Надеюсь, эта информация была для вас полезной, поэтому не забывайте вовремя чинить свой автомобиль и удачи вам на дорогах.